Доброго времени суток, YouTube, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас произошло значимое событие. Несколько видео, 2 или 3 я уже снимал по этому поводу предыдущих. Там был анонс моей книги, написанной лично мной. Книга называется, вы сейчас видите, называется она «Идти». Это трехтомник, поэтический трехтомник. Каждый том. Первый том, второй том, красно-черно-белый. Каждый том содержит 100 поэтических произведений. В каждом томе по 100, всего их, соответственно, 300. Это хокку. Это хокку. Более 1,5 лет я их создавал. Этот трехтомник называется «Идти». 300 ударов сердца или капли дождя в ночи. Так это называется. Каждая хокку снабжено. Давайте я открою первую страницу. Каждая хокку снабжено картинкой. Давайте я вам зачитаю первую хокку. Звучит оно следующим образом. Зимний снег, там, где исчез человек, сновидение. И картинка соответствующего содержания специальным образом подобрана. Таким образом, всего их 300. В конце книги находится вот такой QR-код. Этот QR-код ведет на Яндекс.Диск. На этом Яндекс.Диске 3 папочки при чтении каждой хокку и соответствует определенная музыка. Соответственно, мы видим с вами текст, мы видим картинку и можно, соответственно, в свободном доступе, бесплатно, можно скачать музыку. Музыка тоже подобрана специальным образом, она не простая, а очень специальная музыка. И можно прослушивать ее в процессе чтения этих хокку. Всего мы издали около 500 экземпляров, то есть общий тираж этой книги. Здесь они, вы их видите, они вот все здесь выставлены, представлены. Они вот таким образом вот упакованы в пластиковую такую вот штучку. И мы предлагаем их к реализации, к продаже. Стоит это не очень дорого. 750 рублей за все 3 тома, за один комплект, вот за такой комплект. И, соответственно, вы можете приобрести эту книгу. Я очень люблю эти хокку. Они непростые, они сложные. И, соответственно, каждый из них, оно мне нравится, оно прошло через мое сердце, через мою душу. И они непростые, они сложные, эти хокку, как, в общем-то, не только мои, а вообще как поэтический способ донесения какой-то информации до людей. Кроме того, при необходимости поставляется этот комплект, вот трехтомник, 3 тома. Кроме того, существует вот такой документ, называется он рационализация. Речь идет о том, что поясняются содержание каждой отдельной хокку, то есть опять же повторяется само хокку. А далее под каждым хокку написано определенное пояснение. Назвал я это рационализацией каждого хокку. Но это не поставляется. Наверное, может быть, если будет какой-то запрос от вас, уважаемые видеослушатели, то я могу, конечно, отправить и рационализацию. Ну, за небольшую денежку, доплату, может быть. Вот такая, если угодно, презентация. Приглашаю вас заходить на наш сайт научно-прикладного центра АКМЭ, лаборатория психофизиологического обеспечения. И на нашем сайте, соответственно, вы можете посмотреть всю информацию по этому трехтомнику, по этому поэтическому произведению. «Идти» или «300 ударов сердца, 300 капель в ночи». Так это выглядит. На этом все.
Благодарю вас за внимание и удачи вам!